Я рад приветствовать не боящихся сунуться в пекло ради наживы. На канале Дамако, меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем изучать космический корабль в игре под названием Зубатрон. Ну что ж, дорогие друзья, отправляемся в путь. Сразу хочу сказать, что я переигрывал, я заново проходил те локации, где мы с вами были, и побоялся, что я какие-то секретки упустил, и так оно походу и есть, потому что у меня было 12% на 12%, сейчас 12-19%, я думаю, что кое-что новенькое я для себя открыл. А ну, со шмоточками мне отчасти повезло, а отчасти, конечно, нет. Отчасти мне не повезло, потому что теперь на это вот оружие у меня совершенно, точнее на эти патроны у меня совершенно нет оружия. Это очень плохо, я не знаю, где я сейчас раздобуду себе новый ствол, потому что я так понимаю, что на этот именно ствол мне сейчас будут сыпаться патроны. Но у меня еще есть маленькое предположение, что какие стволы у нас есть, на такие стволы нам и сыпятся патроны. Может быть это так, может быть, не уверен. Купил себе я стальной кулак крутой, очень много дамага, плюс ко всему он может содержать по 6 патронов в обойме. Есть еще патрончики, прикупил я их. Вот этому оружию я не очень сильно рад, потому что это винтовка обычная. Я сразу не понял, я купил ее, а потом обнаружил, что оказывается она обычного качества. Надо было бы где-то хотя бы под шаманей поискать, подэкономить и купить себе уже зеленого качества нормальную шмотку. Пятихатку на это слил, очень жалею. Нашел хорошую броню. Как вы видите, да, у меня максимальное здоровье, плюс к точности оружия. И вот самое главное, конечно, это масочка. Шанс заблокировать урон к броне, к ловкости, божественная. Фиолетового качества. Редкая, редкая. Я такую впервые вижу. Очень крутая, походу. Ну и кубики я некоторые почитал. Тут, в принципе, куб ничего особенного, никакой информации не дает. Просто это... Он содержит в себе коды. Я не знаю, будем ли мы эти коды где-то использовать? Не будем ли мы где-то использовать? Короче, я оставил у себя. Надеюсь, что, может быть, пригодится. Нет, продадим в итоге. Ну, остальное все, в принципе, по стандарту. Погнали, короче. Пока с винтовочкой походим. Нахожусь я, кстати, как раз вот спустился я с главной рубки. Где мы в прошлый раз с вами остановились, да? Спуск был, там были ворота, которые нам тоже приоткрыли. Я сюда зашел, и это сразу был переход на вот этот вот уровень. Поэтому вы ничего не пропустили, не удивляйтесь. Автомат сшибает очень хорошо. Единственное, что патронов, конечно, он тратит уйму. Которых у меня, кстати, не так уж и много. И я не уверен, что мы пока... Ну, надо бы посмотреть этот момент, да? Может быть, мы их собираем даже. Но, походу, что-то, может быть, даже и собираем. Если это так, если это патроны будут зависеть от... ну, выпадение патронов будет зависеть от того... Ух ты! От того типа оружия, которое мы с вами... Которым мы воюем... Да, блин! На пороже. На пороже. Ха-ха! Это будет очень круто, потому что стволы-то у меня шикарные. Этот ствол хорош. Смотрите, как он разносит. Тут что-нибудь есть? Ничего. О. Оп. Ну-ка. Блин, жалко, мне слишком поздно, начал стрелять. Не попали, нифига. Воу, воу. Ах ты. Ну-ка. Какой промах? На пороже. Тут уж не промахнуться. Сейчас заценим. Ну да, смотрите, какие-то патроны все-таки мы находим. Значит, да, действительно, это зависит сугубо от того, каким оружием мы с вами пользуемся. Открывайте шкафчик. Денежки, денежки и что-то еще. Какие-то ботинки, что ли? Хорошо, если это лишь малая часть корабля. Где же основная? Не похоже, что это корыто могло совершать большие перелеты. Тут мощности едва-едва хватит, чтобы долететь до орбиты. Не более того. Ботиночки крутые какие-то обнаружили. Смотрите, три брони, плюс ко всему. Так, это снижение урона. К любому урону от орудия. Плюс процент один. Надо одевать. Давайте наденем. И это продадим. Оно, в принципе, тоже неплохое, но я думаю, что продать лучше эти боты сразу. Так, применить, продать на... Так, наденем. Так, что у нас тут еще пишут? Я работаю... я работаю... в летающем гараже.
Кто бы мог подумать, интересно, сколько злых ведьм мы уже раздавили, словно Элли. Это отсылочка такая, да, у нас. К Элли, как она, из волшебника изумрудного города, наверное. Это все-таки наши собратья делали, наши соотечественники эту игру. Точнее всего, я так понимаю, что это один человек изготавливал, потому что имя Антона только указывается как разработчик. Я думаю, что, наверное, он один делал эту игру. Так вот, наверное, все-таки это как волшебница изумрудного города, нежели к стране Оз. Воу! Хлобусь! Еще хочу сказать то, что вижу в комментариях, много людей играло в браузерку. Я в браузерку не играл, это первое мое знакомство с зомботроном. Я видел то, что есть браузерные версии, там порядка около... Так, а туда могу запрыгнуть? Вот. Блин, я упал. Ладно, мы попробуем все-таки туда добраться. Так, секрет найден. Смотрите-ка, винтовочка. Ну, тоже... Так, пока 15 патронов. Так, тоже нам дают 100... Так, 25 плюс... Ну, в принципе, я, наверное, бы не стал бы из нее стрелять. Она вроде бы неплохая, но это-то покруче будет, да? У нее урона побольше. Вот, шанс нанести критический урон. Ворует 1% здоровья от нанесенного урона. Ну, это неплохо, неплохо. Но я все-таки думаю, что данная пампушечка-то шикарная. А вот это, ну, такое. Пока продавать, конечно, я не ринусь. Вот это продадим. Но я думаю, что это не так. Потому что, ну, нам это оружие не нужно. Оно всего лишь на 2 заряда. Это каждый раз перезаряжаться, это очень опасно. Держи подарок. Так, ну я пока уходить не собираюсь. Пойдемте-ка соберем и патрончики. Походу, эту маску, знаете, ее можно выбить, если мы в маску не стреляем противнику, да? Ух ты, зараза мелкая. Вот это хорошо получилось. Нравится такие вещи, когда происходят. Шикарно. Да, патрончики мы собираем под эту винтовку, все тогда переживать не стоит вообще. Единственное, что вот даже 18 патронов мы нашли на дробовик. Дробовик, конечно, убер-имба, там дамаг просто лютый. Но эта игрушка мне понравилась. К управлению надо привыкать. Я не очень хороший игрок в платформеры на клавиатуре. Для меня это очень прям сложно. Возможно, даже не для меня одного, а как-то я привычен все-таки, мне привычно, точнее, играть на геймпаде. И здесь можно на геймпаде тоже играть, но стрелять на геймпаде еще сложнее. Так, а, это начало, откуда мы пришли. Так, давайте выше поднимемся, да? Там что-то же еще было. Так, я тут что-то тогда, помню, не посмотрел, да? Так, тут я посмотрел, там я посмотрел. А, тут прыгнуть можно было там в бок. Так, давайте мы вначале, наверное... Ну, там была секретка, я думаю, вряд ли там что-то будет. Там лежал предмет секретный. И что мы должны сделать? Его ящиком реально раздавило, серьезно. Неудачник. Эх, жалко. Тихо-тихо. Так. Я стал использовать против этих проклятущих копейщиков, если они в сложной позиции находятся. Ты посмотри, сколько всего понападало. И шляпа. Стал использовать гранаты. Мне кажется, это очень удобно. Тем более, гранаты часто выпадают. Скажем так, да? Пока у меня сейчас 4 штуки, 2 мины даже есть. Что за шляпа? Ну, фигня шляпа, конечно. Сразу продадим. Деньги пригодятся. Бабусики, это такое дело. Они счет любят. Так, смотрите-ка, мы можем с вами... А, мы дальше подняться? Это вот эта штука мешает? Или это поломанная рельса? Мы не сможем дальше подняться. Господи, мы не сможем дальше подняться. А там...
А там хорошее место. А как попасть? Я не могу туда попасть. Мой товарищ не допрыгивает, ты представляешь? И как? Да ладно. Но я же вижу, что там есть что-то, да? Вот здесь же есть что-то. И мы явно туда можем забраться. Двойного прыжка у меня нет. Может, эта игра рассчитана на несколько раз, на прохождение в несколько этапов? То есть, первый там проходишь как-то, потом заново возвращаешься, у тебя какие-то способности появляются. Но я реально не допрыгну, это бесполезно, у меня не получится. Так, ну окей. А если... Нет? Нет. Нет, к сожалению. Попробую еще раз. Ладно, поехали. Тут ничего не сделаешь уже, к сожалению. Очень обидно, конечно. Так, пойдемте-ка вниз съездим. По-моему, там деньги упали. Я просто хочу посмотреть. Дам опыт. Немножко еще, знаете, непривычно, что он пятится назад, медленно ходит. Вот это тоже такая штука, знаете, к ней надо тоже привыкнуть. Окей, поехали дальше. Возьмем свой супер-убер-автоматен. Попробуем. Ты тварь. Поджидала меня? Может, там, кстати, что-то и есть. Нет, тут ничего нет. Ну, я так и думал. В принципе, не может быть такого, да, что была секретка, а потом, короче, еще типа в секретке секретка. Так. О, это кто такой? Уходи, пес! А-а-а, проклятущая тварь какая-то. Ой, там камень, я застрял. Ну, смотри, как мы быстро ее забороли. Какое-то обратное опасное чувство. Ну да, смотрите, я не могу, я эту секретку никак не достану. Очень странно, конечно. Ну ладно. Как говорится, привередничать не будем. Мне, кстати, написали ребята, что если я перехожу на новую карту, обратно я не буду возвращаться. В принципе, я не смогу это сделать. Так что тут никаких вариантов. Блин, какой же автомат хороший. Вот он хорошо стреляет. Единственное, бы по большему всяких условий. Вау, со спины подлюга нападает. Еще, кстати, мне ребятки тоже написали огромное спасибо за это, что оказывается вот эти вот пауки, ну вообще вот эти насекомые, да, они враждуют с этими чуваками, и они могут нападать на них. То есть где-то даже я могу специально их стравливать. Патронов-то сколько, смотри, на дробовик тоже дали. Да, есть смысл покупать оружие заранее, ты знаешь, хорошее. У нас прям, мне нравится, нравится эта идея. Прям 24 уже патрона. Ой, дурак. Вот, смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри. Смотри. Кусь. Смотри, пошли воевать. Давай, кусай. Неудачник. Кусь-кусь, у тебя не получился нормальный. Так, там есть проход. Ой. Опа. Фига, его просто развоплотила. Хорош, хорош прям. Да, мы, конечно, всаживаем по... патроны. Ну, один секрет, один из двух. И куча всяких полёх. А есть у нас с вами хилочки 3 штуки. Это уже хорошо. Плюс ко всему банка, да, на хил. Консервы. Куча патрон. Пока патрончики чисто. Это наше все, да? Деньги, патроны, еще. О, смотри, там сколько. О,
Вот это тоже, кстати, можно подбить, да? Эх, жалко. Не шваркнулось на него ничего. О, убивайте друг друга. Кали, убивай, кусай. Во-во, нормально. О, в этот раз зверь победил. Не лезь. Победил. Это не значит, что ты самый сильный здесь. Самый сильный здесь я. Зильный. Вау. А чё я не убила-то? Ладно. Да умрёшь ты, нет? Да, с меткостью, конечно. С точностью, точнее всего. Тут явные проблемы. Ломай! Стена. Стена. Не ломается. Стена не ломается. Вызываю. Кто там к нам едет? Кто к нам едет? Кто к нам мчится? О, кто-то уже приехал и примчался. На. Ха-ха, поддых. Я, конечно, рискую так тоже хп тратить. Игра довольно жесткая, вы знаете. Убивают быстро. Люлей дают вообще с огромным удовольствием. Поэтому надо быть крайне аккуратным. Мне показалось? Нифига мне не показалось. Надо быть крайне аккуратным. Местами даже не борзеть. На один секрет. Так, вот второй секретик. Значит, больше, наверное, и не будет. О, смотрите, мы что-то нашли прям крутое фиолетовое. Ну-ка, да, посмотрим, что это такое. Психостимуляторы. Улучшают характеристики, но негативно сказываются на здоровье. Не злоупотребляйте. Плюс 40 с точности оружия. Плюс к шансу нанести критический урон. Плюс к критическому урону. Очень крутые плюсы, нравится. 35 секунд будет действовать. Но, знаете, типа, я же... Вы знаете мое отношение, да, к всяким штукам, всяким стимуляторам. Скума наша, все, больше ничего. Но я к тому, что я не буду использовать, наверное, только в крайних случаях, прям, знаете. Типа, на боссах. Тут, по-моему, должны быть боссы. Ну, кстати, автомат можно купить. Хотя... Он зелененький. 700, серьезно? Скалопендра. Серьезно, 700 за скалопендру? Я не готов столько платить, что-то дороговато. Но у меня такого типа оружия нет, может быть даже стоит прикупить, конечно. Тем более зеленое. Надо будет подумать. У меня не хватает всего 30 монет. Я думаю, что если я подсоберу, то я могу себе позволить. Просто нужно ли мне это? Вау! Меня не задело, мне очень повезло. Чувака там просто порвало. Едем вверх. А, уже выход? А, я думал, там можно спрыгнуть. Короче, уже выход. Надо подумать, может, что-нибудь продадим. Я куб готов продать. Не уверен, что эти пароли мне нужны. Я думаю, что они такие больше по фану. Какие-то, может быть, что-то, какая-то, может, отсылка, или я не знаю. Но лучше, конечно, было бы оставить. 4, 3, 5, 1, 2, 3, 7, 8, 7. Так, ну я даже не знаю, что-то продавать тоже не уверен. Ладно, пока скалопендру брать не буду. Хватает мне и моего оружия. Скалопендра не такой крутой урон. Как, например, у этой пухи. У этой пухи гораздо выше урон. Вот этой, по-моему, что-то там около 20, что ли. Или сколько там. У этой 32 урон. И, по-моему, кстати, он еще и растет. От наших каких-то стат, когда мы повышаем себе статы. При повышении уровня. Он тоже растет, дамаг.
Так, погнали. Так, ну-ка. Вау, ты один? Ты там один? Я ж почти как ваш брат. Так. Аккуратненько. Сломаем. Жалко, что это... Я хватать это не могу. Так, я что-то, наверное... Это что за фигня? Вау, уйди, уйди. Это какие-то крабы. Фига, там кто-то ломится, ты посмотри. Фига себе, здоровяк. А это босс. Вау, вау, бежим, бежим. Промах, промах, фига себе. Он конченый. Иди в пень. Тихо, тихо, тихо. Да вот этих. Он их от себя отрывает и убивает. О, фига себе, я стреляю ими? Видали какие-то штуки? Красные, я ими стреляю. А боссу, по-моему... Да ему вообще плевать, а как его убивать-то буду? На него даже бочка не действует. Да куда ж ты кинул-то, а, Ирод? Ну ё-моё, ты чё, издеваешься? Ты это без шуток, да? А, я его этими штуками гашу. О, в натуре, смотри, критом, критом. А так промах. Понял, да? Вот это вообще. Тихо. Иди в пень. Оп. Ему пол хп. О-о-о. Убегай! Убегай, убегай, убегай! Хилься! Получу спиняку, тварь. Немножко патрончиков. Ух, хорош. Воу-воу-воу-воу-воу, фига он дамажит. Ну, в принципе, босс, что ты от него ожидал-то? Идите в пень, автомат просто огонь. А-а-а, бежим. Не, смотри, у него немножко хп осталось. Хватит с ними крабами. Раски... О, промазал, блин. Смотри, я... Ой, больно. Ой, больно. Бежим. Нет, ты знаешь, я готов еще похилиться. И ты крабов кинешь своих, нет? Крабов ты кидай. Больно, это животное. Уху. Кидай краба. Дай краба, чувак. Не, смотри, я и так его тоже дамажу. Да отстаньте вы все от меня, чувак, ко мне пристали.
Я его победил! Фига, он душный какой! С этими крабами! Ух, сука, опыта там насыпало! Ху! Ништяк! Фига, я тут потратил всего. Все, что у меня было. Как вкусненько. Зато мы короче, уровень взяли. У нас... Не, могли, кстати, какое-нибудь легендарное оружие с него дать. Так, давай я возьму, наверное, на раз. Возьмем на 4. И возьму вот сюда, наверное. Даже вот возьму сюда на 2, наверное. У нас к базовому урону прибавится 2,5%. А это очень важно. На криты тоже хорошо было бы. Ну и по здоровью там можно будем стараться, конечно. Надо, наверное, как минимум сюда по 2 очка вкладывать. Каждый раз. Неплохо, неплохо мы тут раздали, я тебе так скажу. Потратили, правда, много, но, как говорится, не беда, да? А, это типа сохранялка? Она здесь всегда была, да? Я что-то пробегал и не заметил. Так, что у нас еще? Автомат огонь, просто автомат меня выручил сильно. Так, что у нас еще? Что у нас осталось? У нас еще 4 хилки. 4. Уля-ля, как говорится. Труля-ля. Тут ничего. Чуваки там вылазили как-то снизу, да? Отсюда. Ну это чисто такой босс-файт. Прикольно было, прикольно. Вот я же говорил, боссы будут, по-любому. Вот, пожалуйста. Эй, только не забирай мой сундук. Я его честно заработал. Деньги, деньги. И броня, наверное, да? Фиолетовая броня, ты прикинь, фиолетовочка. Вообще шикарно. К снижению урона 7%. Случайных очков к характеристикам. Плюс 1. А получается, одно очко характеристики, да, я прибавлю. 5, 6, 10 у меня сейчас. Плюс к точности оружия. А эта броня что мне дает? К максимальному... Блин, тут много здоровья дает, 15%. Прям хорошо дает. Но я же не могу, да, как говорится. Улучшенный сплав металлов делает броню... Одеваю броню непробиваемой для большинства стандартных пуль. Ну тогда все, одеваю прям. Делает непробиваемое, одеваю. А эту, конечно же, продадим. Я не знаю, инвентарь тут заполняется. Вот это максимальное наше количество в инвентаре, я понятия не имею. Ну меня радует. Ну-ка давай еще раз посмотрим на себя. Ну мы неплохо смотримся, я тебе так скажу. Прям хорошо даже. Это наш корабль? Я же говорю, его разоберут. И наш корабль просто разбарахлили, ты посмотри. Что от него осталось? Что за... Где мои энергообломки? Энерго что? Энергоблоки, извините. Где мои энергоблоки? Ну, мне просто плохо видно. Да? Это все, что осталось от нашего кораблика? Так вот почему не отвечала Эш. Спокойствие, только спокойствие, Блейз. Твой разум их... твой разум тих и прозрачен, как вода горного озера. Сейчас еще медитировать сядет. Нет, это не работает. Ну так-то жутко, да, на таком месте? В таком месте оказаться? Я вас найду, чертовы ублюдки. Всех убью по-любому, убью всех, убью ваших детей на глазах ваших собственных родителей. А-а-а. Вот вы, значит, как устроились. Заманивайте идиотов типа меня и грабите. Да нет, они, походу, здесь просто убивают и жрут их. Вот и все. Может быть, даже откладывают внутри этих идиотов яйца. Но скоро вы почувствуете на себе мой гнев и отведаете на вкус отборного свинца. Эш, сейчас я закачаю тебя в автономный модуль. Там, наверное, все, даже кто-нибудь накакал, наверное, уже внутри салона, по-любому. Может, прям чувствую я, а? Ну что, детка, сейчас мы попробуем тебя реанимировать. Главное, чтобы все получилось. Давай, шайтан-машина, грузи мегабайты.
Шайтан Машин. Шайтан Машима. Соединение. Идентификация. Код 32544-11-448-1-1. Подтверждение доступа отклонен. Эш, это я, капитан Блейз Раш. Код доступа 0422, включайся. Парагон, паранойя. Параметрические показатели. Параллела... парламентеры. Параллелопипед, параллелепипед, параллелограмм. Парабола. Парацельс. Она еще все будет все на П перечитывать. Весь словарь. Эш, приходи в себя. Безумный ИИ. Это даже хуже, чем его отсутствие. Я не даю на это разрешение. Загрузка завершена. Система готова к работе. Капитан, что происходит? Да, Эш, это я. Ты вернулась? Капитан, странные ощущения. Я не чувствую корабль. Потому что у тебя нет корабля. Эш, корабль обесточен. А я, честно говоря, надеялся узнать у тебя что, о причинах. Я тебя закачал в автономный модуль. Я хотел бы знать, Эш, кто обесточил мой корабль и куда эти подонки дели энергомодули. Капитан, организованная группа неопознанных гуманоидов применила электромагнитное оружие. Это последнее, что я успела зафиксировать. Значит, где их искать неизвестно. Ну, она, может быть, просканирует? Капитан, сервисы и камеры корабля были обесточены. Визуальная информация не поступала в ПЗУ. Ладно, будем действовать по старинке. Попробуем найти похитителя по следам. Надо разнюхивать прямо. Я чувствую. Фу. Ну-ка, присядем. Так... Так, тут кого-то прослабило немножко, тут что? Не понимаю вообще, что происходит, это что такое? Сломать. Я думаю, что мы найдем и жестко накажем, прям вот настолько... Походу мы все-таки сможем обратно в те комплексы вернуться. Да? И заново. Потом уж прокачанным своим парнем пойдем, да? Ну, я так думаю, что нам туда явно не надо, вот оттуда надо. Пойдем зайдем. Мелковато. Знаете, даже не то, что мелковато, уж простите, что я так читаю, не то, что даже мелковато, а сам по себе шрифт, он, знаете, он сливается у меня, мне плохо видно, я, ну, у меня со зрением-то не очень хорошо, а тут еще с телевизора, ну, простите, пожалуйста, потому что я понимаю, насколько это, может быть, где-то неприятно, но уж и меня поймите. Шмяк. По уху. Слышь ты. Столько патронов на тебя на одну скотину извести. Где у вас тут нычки? Ну-ка. Так мы что, будем заново по ним и тем же локациям ходить? Да ё-моё, ты что, издеваешься? Да стреляй ты в него. Мы по этой локации-то уже бегали. Ух, там опыт остался. Ну ладно. Я уж не буду. Но мне еще кровотечение повесили, серьезно. Сам себя убил. Дурачок, чок-чок. Так.
какая-то кританула и кого-то там задавила, по-моему. Ух ты, это кто такой? Давай. Сынок. По животу не хочешь? Вижу, что хочешь. Пёс. Так, ну давай посмотрим, что тут. Эх. Шмяк. Ой, как это все-таки прикольно. Так, дубиночка, да? Что это? Да, это дубинка, причем хорошая. Угу, это неплохо. Неплохо. Здоровье от нанесенного урона. 2% шансу увернуться. Ну, неплохо. Ну, это, знаете, типа на такой случай критический, когда вдруг... Ух ты. Когда вдруг у нас с вами кончатся патроны. Я надеюсь, что такого вообще никогда не произойдет. Опа. Убейте друг друга. Боритесь за территорию. Вы же должны. Так, смотрите, опыт летит прям горой, горой. Мне нравится. Так, что мы там еще? Ботиночки нашли какие-то на 8 брони. Наши на 3 всего лишь. Так, ловкости и точности оружия. Надеть. Эти продать сразу. Еще хилка есть. Воу! Фига себе, она еще и травит меня токсином, ты посмотри. Совсем охренели. Так, сохранимся. А так мы камнем раздавили здесь кого-то, я помню. Ну я ж тебе прям в голову попадаю. Ты чё, не умираешь-то? Боеприпасы. Дробовик! Жопка, не садись на шипы. Так, секреточку нашли. Ой, автомат нашли. Ой, ты, блин, да не садись ты, я ж тебе говорю. Так. Это такой же, как у нас, только зеленого качества. Ты прикинь. Так, это что у нас будет? Стреляет очередями по 5 пуль. А тут поскольку стреляет пуль? Тоже по 5 пуль. Плюс точность к оружию. Ну, неплохо. Лучше, чем то, что у нас, считайте, сейчас есть. Давайте сразу же оденем. А это сразу же продадим. Отлично, отлично, отлично. А обзаводимся хорошим вооружением. Отличной броней уже обзавелись. Вот сейчас бы, конечно, лучше было бы сохраниться. Я сейчас... ага, там мы там уже были. Я тогда как пошел? А, я тогда повыше пошел, да? Я тогда не пошел через эту сторону. Мы пошли тогда с вами сюда, да? Ага, на того чувака я проигнорировал. Не, ну в принципе я... Я могу залезть. Гаечный ключ какой-то, что ли? Газовый, да, этот разводной? Козырь сантехника. Хорошее название, слышь. Весомый аргумент, тоже хорошее название, мне нравится. Так, к базовому урону, плюс 25 к базовому урону. Неплохо, это 125% урона будет, да? К урону при блоке. А мы еще блокировать можем.
А, это нас когда блокируют, да? Типа мы еще дополнительный урон. У него он побыстрее бьет, в разы быстрее. Это даже может лучше. Ладно, оставим пока. 130, ну да, я думаю, что это стоит продать. Я думаю, что я продам. Это оставим. Хотя думаю, что она короткая штука. Так, значит, я туда же пошел, да, в прошлый раз? Там все собрал. Идем в эту сторону. Ух, хорош, срезала как. Ух, срезала. Нравится. Оп, что-то я разнервничался. Отлично. Ух, что-то мне нравится так этот автомат. Ой, какой шикарный он. Так, мина. И нам дали гранат немножко. Так, тут, значит, пройти больше нельзя. Уходим в эту сторону. Опыт летит. Плотными хлопьями. Мы с вами сейчас в другую область, получается, уходим. Мы по этому пути не ходили. Уходим вглубь. Вот так его там, да, заваливай. А мне эти все штуки отдай. Да ладно, его не убило. Да. Давайте, знаете, наверное, что сделаем, ребят. Давайте остановимся. Вот это, наверное, было бы правильным решением. Хочется еще побегать, полазить, посмотреть. Но это уже будет в следующей серии. Прикольная, прикольная игрушка. Будем проходить, будем смотреть. Очень понравилось. Интересные есть моменты. Прям с управлением, конечно, придется привыкать. Потому что я вообще, я очень буду тяжело, наверное, с этим осваиваться. Поэтому буду много косячить. Но я надеюсь, что у меня все получится в итоге. Если вам понравилось, то, конечно, не забудьте поставить пальчик вверх, прокомментируйте, поделитесь с друзьями. Также не забывайте подписываться на канал и жмакать колокольчик, чтобы не пропустить интересных видео. С вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю. Всем пока.